Дорогие друзья, всем здравствуйте! Вы на канале в гостях у Аннушки. Сегодня мы с вами приготовим синнабоны. Это булочки с корицей. Сверху они получаются с хрустящей корочкой, а внутри очень-очень мягкие и нежные. Приготовление начинаю с опары. В миску всыпаю 5 грамм сухих дрожжей или полную чайную ложку. Также всыпаю 20 грамм сахара или полную столовую ложку. Сюда же просеиваю 150 грамм муки. Все хорошо перемешиваю и вливаю теплое молоко. Молоко вначале волью немного, сделаю вот такую густую опару, разобью все комочки и после этого вливаю все молоко. У меня получается вот такая вот жидкая опара. Теперь ее накрываю полотенцем и оставляю в теплом месте без сквозняков на 30-40 минут. Вот что должно у вас получиться. Сверху должна появиться вот такая дрожжевая шапочка. Это говорит о том, что дрожжи хорошие и выпечка из них обязательно получится. Теперь можно делать тесто. Для этого беру 2 яйца, всыпаю 60 грамм сахара или 3 полных столовых ложки. Добавляю пол чайной ложки соли, все хорошо перемешиваю. Сюда же я добавляю опару, все хорошо перемешиваю и добавляю 100 грамм размягченного сливочного масла. Немного все перемешаю и добавляю просеянную муку. Я подготовила 500 грамм муки. Вначале всыпаю примерно 450 грамм. Смотрю на густоту теста, если тесто очень жидкое, всыпаю все 500 грамм муки. Это тесто ни в коем случае не нужно сильно забивать мукой. Как только мне удалось собрать тесто вот в такой комок, я переношу его на стол. На стол я также посыпала примерно 20-30 грамм муки. И теперь тесто нужно вымешивать в течение 10 минут. Вначале тесто будет очень липким, вам будет казаться, что мало муки. Но нужно запастись терпением и вымешивать тесто. Примерно через 7 минут тесто перестанет липнуть к рукам и к столу. Это тесто намного проще замесить в планетарном миксере. У меня планетарный миксер есть, но мне хотелось вам показать, что такое тесто реально сделать и при помощи рук. Сейчас тесто я вымешиваю примерно 5-6 минут, оно уже не так сильно липнет к рукам. И теперь я помогу себе немного шпателем, чтобы собрать тесто со стола. Если у вас нет шпателя, можно воспользоваться обычной пластиковой картой. Я продолжаю дальше вымешивать тесто, помогаю себе шпателем, и примерно через 10 минут, как я и говорила, я получаю вот такое вот гладкое тесто. Тесто очень мягкое и совсем капельку липнет к рукам. Теперь тесто перекладываю в миску и накрываю полотенцем. Оставляю в теплом месте, также без сквозняков, примерно на 1 час. Тесто должно увеличиться в 2-3 раза. У меня прошел примерно час. И вот так вот хорошо поднялось тесто. Тесто обминаю и буду раскатывать. Если тесто липнет к столу, стол можно немного посыпать мукой. Тесто раскатываю в прямоугольную форму, толщину делаю примерно 1 сантиметр. Размер раскатанного теста 60 на 50 сантиметров. Теперь я беру 100 грамм размягченного сливочного масла и размазываю его по всему тесту. Теперь сверху посыпаю смесью корицы и сахара. Для этого 150 грамм сахара я смешала с 20 граммами молотой корицы. Теперь тесто сворачиваю очень мягкими легкими движениями, ничего сильно не прижимаю. Рулет нарезаю при помощи нити, ширину каждого кусочка делаю примерно 3-4 сантиметра. Булочку можно вот так вот поправить, и край обязательно убираю под низ, чтобы булочка не развернулась во время выпечки. Булочки я перекладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки, и накрываю полотенцем, даю им хорошо подняться. Примерно через 40 минут булочки вот так вот хорошо поднялись, теперь отправляю их в хорошо разогретую духовку на 180 градусов. Режим вверх-вниз, выпекаю в середине духовки до румяного цвета. Пока выпекаются булочки, приготовим крем. В сливочный сыр я добавляю сахар по вкусу, хорошо все перемешаю венчиком до однородности и добавляю теплое молоко. Молоко добавляю постепенно, регулируя густоту крема. Вместо сливочного сыра можно взять обычную сметану 20-25% жирности и смешать с сахарной пудрой по вкусу.
Будет тоже очень вкусно. У меня прошло 25 минут, и булочки мои готовы. Они сверху и снизу хорошо подрумянились. Пока булочки горячие, их нужно покрыть кремом. Булочки сверху вот с такой хрустящей корочкой, а внутри они очень мягкие и очень нежные. Я думаю, вы уже понимаете, насколько это вкусная выпечка. Обязательно попробуйте приготовить. Очень надеюсь, что видео мое будет для вас полезным. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях, я с радостью всем отвечу. Спасибо, что были со мной, спасибо, что смотрите и поддерживаете мой канал. Желаю вам удачной выпечки, хорошего настроения. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я, как всегда, с вами не прощаюсь. Впереди у нас еще очень много интересного и вкусного. До новых встреч!